В Алмалинском районном суде Алматы под председательством судьи Наримана Бегалиева начался судебный процесс по делу редактора оппозиционного сайта накануне KZ Гюзель Байдалиновой и предпринимателя Таира Калдыбаева. Согласно обвинительному акту, который зачитал прокурор Даурен Халыков, Таир Калдыбаев является заказчиком статей, порочащих репутацию Казкоммерцбанка, а Гюзель Байдалинова разместила их на сайте накануне KZ. Решение о правонарушении предусмотрено в статье 274 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. У вас все? Да. Гюзель Байдалинова и Таир Калдыбаев инкриминируемую им вину признают частично. Байдалинову и Калдыбаева доставляют из тюрьмы в суд и обратно под конвоем. Адвокат Инесса Киселева считает длительное содержание под стражей Гюзель Байдалиновой дополнительным наказанием. На сегодняшний день Гюзель уже 130 дней находится под стражей. Все-таки содержание под стражей я рассматриваю как один из видов наказания.